Всем привет, с вами Андрей Сонар, и я с радостью хочу представить вам наш новый таймтриаловский шлем для водной активности. Он очень легкий, прочный и отлично защитит вашу голову во время водных активностей, связанных с экстримом. Масса шлема всего 445 граммов. Основной корпус сделан из очень прочного и устойчивого к повреждениям пластика, который не трескается и не прогибается. В шлеме сделано множество вентиляционных отверстий, очень хороший подбой, который будет амортизировать при серьезных ударах, надежная фиксация лямками под подбородком, а также затылочный винтовой фиксатор, который позволит закрепить шлем на голове максимально неподвижно и надежно, что очень-очень важно для безопасности. Ну, обо всем по порядку, давайте проведем его краш-тест, это будет очень наглядно. Знакомьтесь, это каякер Миша. Он плохой каякер, потому что он пошел в опасный поход, не взяв с собой шлем от таймтриала. И из-за этого с ним случилась очень плохая история. Видите, что случилось с Мишей из-за того, что он не надел шлем от таймтриала себе на голову. И вот бы что случилось, если бы он надел шлем. Так что вам решать, быть ли надежно защищенным или быть как вот каякер Миша. Но давайте не будем такими, как каякер Миша. Всегда будем надевать шлем на голову, и это может спасти вашу жизнь в экстремальных условиях. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.